хочу. Вот и не надо, я тоже не хочу. Суровые реалии выпуска. Сначала доедь до места выпуска. Я же говорю, надо было там выпускать. Чуть пораньше. Тем дальше, тем интереснее. У меня такой сомбур сейчас пропал. У нас народа. Сейчас, сейчас сфокусируюсь. Я видео как снимаю, а ты машину не помыл. Ага, здрасте, дорогу смотрю, какая дорога, а еще говорит, нет, машину не помыл. Тут люди летают 120. 120, да. Да, ты такой пылищий. Еще машину нет. Вертолет. У нас есть деньги на вертолет. Да. Подписчики подумают, подписчики. Это не о том. Подписчики о том. Подпить? Что они подумают? Мы не снимаем на себя, мы на вас. Если мы тут застянем, подписчики придут. Если мы их скинем. Конечно. Поэтому не волнуйся, да. Я верю в них, да. Что они придут и спасут нас. Главное застрять после того, как мы выпустили зайца, по ночам они нас сожрут. Адреналинчик. У тебя адреналин, и меня просто туда-сюда качает. А зайцы еще веселее, да, зайцы? Один раз скачили. Да, я эти первый раз скачили. Так. Интересно, видишь? Там интересно, там написано что-то? Нет, там уже дальше как-то после дороги, ровно. Ну да, там выезд идет. Но нам надо поглубже в лес. Больше дров. Ради вас найдем все в лесу. Все, кроме листов, травы, упавшие деревья, высохшие столбики можем найти. Да, к сожалению, на телефоне вообще не передается атмосфера. Полутень. Все равно. Видите, это другое. А то, что с телефоном, то... А... Да, даже через красивую камеру она как-то неосязаема. Что ты снимаешь? Лес пассаж. В 17-м году. И ни одного дерева. А-а-а. Нормально. Лес посажен в 17-м году. И ни одного дерева. Это значит то, что наоборот. Плохо сажали. И не сажали, наоборот, попилили. Ну, сначала спилили, потом должны были посадить. Да. Где дерево ты видишь? Я вижу заросли. Причем такие классные заросли. Мне нравятся эти заросли. Хочешь? Давай туда. Я туда не хочу. Не туда хотят мои зайцы, явно. Ой, не пригляделся, что тут у нас. Извиняюсь. Кого там убил? За что? Не успел. Живодер муху убил. Снимай вот это. Кривое дерево. Дерево, ты пьяной, иди домой. Шламбан, видишь? Естественный. Едь по времени. И вы там найдете то, что надо. Так, где твой самолет? Самолет. Куда мы летим?
мы скоро куда-то упремся, в какую-то речку. Тут снят ловик? Нет. Нет? То есть мы едем слепую. Ура, связь не ловит, никто не будет звонить. Жалко то, что я сказал, но нельзя сказать. Ай! Я листья стырила. И комара стырила. Ой, буреломчики пошли. Ой, как классно. Буреломчики мне нравятся. Зайцы, вы слышите? Свежий воздух. Как думаешь, что часто ездят вообще? Если вы часто ездили, вы видите, у меня одной мойки после нашел. Что? Сейчас посмотрим. Что ты там нашел? Не бойся. Господи! Что за поганку ты подобрал? Показательство, что тут никто не ездит. Если бы ездили, его... Его бы задавили. О, еще нашел. Слушай, ты что вообще сорвал? Это разве съедобное? По-моему? Да. По-моему? Слушай, положи грибочек и больше не трогай грибочки. Иначе мы с тобой из леса не выйдем точно. Эльдар, убедительная просьба вернуться в машину, пока вас не съел лось. Вот это съедобно. Но он уже пожелтел, его нельзя уже есть. Мы опоздали, надо его пройти. Раньше. А не, молодежь пошла. Так, все, сидеть. Мы едем прямо, выпускаем дальше, все. Рыбы хочу. Господи, ты что, сырыми есть будешь? Нет, у меня есть спички. Спички? На спички больше шутки. Там оттуда едет. Значит, нам в ту сторону. Помнишь? Да. Ты там что-то деревьями завалено. Там 100 лет никто не ездил. А ты еще не знаешь, что ты едешь? Далеко. Вот эта речка уже, да, вон там идет? Мы параллельно речке сейчас идем с тобой. Ну, сейчас мы будем искать место для выпуска. Дерево. Что там? Дерево помыл? Ну, а Вайбер как-то сюда шлет сообщение. Отлично. А, вот он сейчас пойдет к реке, отлично. Ага, не пойдет. А, уран, вот. Ну все, отлично, тупик. Это вот знак свыше. Нет, я хочу раз. Я машину поднимать не буду. О, спасибо за идею. Ты куда, как, ты решил новую дорогу проложить? Не, Эльдар, так дело не пойдет. Все. Вот так ты... Держи камеру свою. Развернуться надо? Нет, еще рано. Смысл рано, я на ее как проеду. Отлично, будем пускать тут. Пущать в ту сторону, да? Да. В какую сторону мы смотрим? Что происходит? Эльдар, тихо. Да. Тихо, говорю. Да, только писк комаров слышно, вообще ничего нет.
Ой, городскому жителю мне тяжело. Оглушает прям тишина. Ладненько, все, выгружаю. Смотри, птичка. Фью-фью. Это птичка Эльдар. Там даже проезда нет уже. Главное, двери не забудь заблокировать. Все, выгружаемся, малыши. Прикопать под елочкой. Может быть, немножко. Не поймать ли нам парочку клещей? Вот в чем вопрос. Тут у нас интересненько есть. Это паутинка, не будем ломать. Мы сходим по цене. Оглушительно в лесу раздаются звуки, как когда убирают переноски. Вырубка, на которой якобы в 17 году были посажены деревья. Нельзя сказать, что это некрасиво, это очень красиво. Наши русачки будут рады сюда выходить, пастись. Но все-таки немножко обидно. Теперь надо вернуться как-то назад. Кто там живет? Непонятно, кто там живет.
И вот поглядываю, что зайцы, собственно, не боятся монотонного шума постоянного, но опасаются резкого. Сейчас в лесу абсолютная тишина. Если здесь где-то что-то хрустнет, честно, заяц насторожится и побежит. Вот, к примеру, если Эльдар хлопнет дверью машины. Как только что. Животное не может не побежать. И не может оно привыкнуть к постоянному шуму. Так, сколько клещей по мне ползет? Да хрена клещей по мне ползет. Нет, то нехорошо.